меня уже пальцы отбиваются. Как будто целый день работал на стройке дробильным молотком. Ну, не сильно, правда. Что это было? Резидент Слипер. Все смотреть на ноты. Но не всегда. Пробую разные стили нажимания. Да. Что за дабл-клик, я не понимаю. Тут 10 тысяч нот. 10 тысяч с половиной. Я не понимаю, как я нажимаю даже. Как я стоп вообще могу жать? У меня инфинита стамина. Ой. Я могу чат читать. Я могу чат спокойно читать. Тихо, тихо, не могу. Сложно набирать скорость, когда ты сбиваешься. Это был дабл-клик какой-то.
Половина всего лишь. Ой, сбился. Не смей мне тут. Ну, походу стамина кончается. Ну, быстрей. Это какой-то дабл-клик, я, реально. Мне кажется, свечи там уже горячие. Ой. Так, не надо менять, не надо менять положение. Кликай, как кликал. Ну. Почему он стейбл рейт так скачет? О! Да. Походу стамина кончилась. Стамина, походу. Да, стамина. Все. Переходим в энергосберегающий режим. Ой. О, прикольно. Что-то я всегда жму справа от этой полоски, потому что она мне мешает. Быстрее, быстрее. Это читы с активацией по голосу. Ой, как рука устала уже. В другом месте совсем. Нигде пальцы. А вот тут. Ой. Тихо, тихо.
Жми нормально. По всету жми. За фингерлок. Так, это был я. Так, все, стамины нет. Я слышу свою клавиатуру. Тихо, тихо. Так, почему все время позже жмется? Давай раньше жми, почему рядом с соткой-то? Почему сотки? Чуть не смешнул. Они реально очень теплые. Как снять эту кнопку? Да, они теплые. Ого, фига. О. Да, для сравнения, нолик он холодный, но они уже остывают. Остыли уже.